он определяет градостроительные регламенты. Все. Хорошо, люди, которые... Понятно? Люди, которые проживают там. Живите спокойно. Это вы обращаетесь к тем, кто написан. Зачем вы сюда пришли? Мы все раз покарали. Вы задали вопрос. Я говорю, пожалуйста, дайте нам работать. Мы не планируем. Мы не планируем вас реконструкцию делать и выселять вас. Да, живите спокойно. По нашему плану, который мы разрабатываем. По градостроительным документам ничего никогда не сносится. Определяется регламентами. Понимаете, на эту территорию. На пустую территорию. По этому плану.